Война меняет людей. Война выжигает души и разрушает семьи. И редко она стоит принесенных ей жертв. Моим братьям пришлось выбирать между делом конфедерации и жизнью нашей семьи. Когда они вернулись домой и сказали, что дезертировали, я не поверил своим ушам. Но я понял, почему они это сделали. Ради семьи. Идем. Смотри, весь скот у Джексонов забили. Рабы? Янки, наверное. Здорово! Когда ты успел этому научиться? Ну, пока ты старел. Да, смешно. Ну-ка, повтори свой трюк, умник. А пройдет ли этот фокус с Янки? Они нас слышали, зуб даю. Легкие повели. Ты почти такой же меткий, как я. Один ушел. Он вернется с подмогой. Вот ведь дерьмо. Бедный Джексон. Идем, брат, надо поспешить. Думаешь, и наш дом сожгли? Он же совсем близко. Ты слышал? У нас нет времени. Помогите! Это Джексон. Он же сгорит заживо. Хорошо, идем. Мистер Джексон! Пит, держись, мы тебя вытащим. Бери ведро, Томас. Нет! Откройте! Выпустите! Не открывается! Отойди! Что произошло, мистер Джексон? Эти скоты хотели сжечь меня живьем! Перебили всех коров! Рабы? Нет, солдаты! Они ваш дом заняли! Устроили там дебош! Что значит заняли дом? Там же осталась мать и Уильям. Я не знаю, что с ними стало, но там была пальба. Слышь, солдаты! Боже милостивый! Надо бы заглянуть на конюшню. Сюда. Повезло тебе, красотка, в отличие от твоих товарок. Помоги мне! А ты малость растолстел. Давай лезь скорее. Спасибо, брат. Идиот! Идем, они нас не видят. У них хорошее укрытие. Попробуем через крышу.
стреляйте! Умри, пес! Разберись с ними, я прикрою! Да, тренировки не прошли. Отличный выстрел! Спасибо, брат! Знаешь что, Рэй? Твои нравоучения у меня очень четко. Они здесь! И тут слева! Черт, лучше замолкни, брат! Рэй, где ты застрял? Они прячут добычу здесь. Посмотрим, нет ли того, что принадлежит нам. Джексон, вот бедолага. Не нравится мне это. Гатлин! Бежим к полю! Попробуем обойти. Пошли! Сюда! Жди здесь и не высовывайся. Не нравится мне это, брат. Янки решили выкурить нас отсюда. Они пригонят нас прямо на Гатлинг и превратят в решето. Черт. Так, видишь дерево? Влезь на вершину и всади пулю стрелку между глаз. Мама не велела лазать по деревьям. Мы не скажем ей, Томас. Лезь на дерево, а я отвлеку этого ублюдка. Ну что, проклятый ублюдок, ты у меня на прицеле. Эй, видел твою сестру на той неделе? Хорошая девица.
безотказная. В яблочко. Ты попал. Ух ты, вот это был отличный выстрел. Еще на подходе. О! Они так просто пришли. Отличный выстрел. Спаси себя. О! Крыша просто как решето. Пожалуй, тренировки не прошли. Покажись, трус! Ну, вот и все. Кто такие эти ублюдки? И почему они еще живы? Давай вместе. Нужно подкрепление! Давай! Да, сэр. Вот что значит надрать. За спиной! А ну назад! Не то застрелю парня и старуху. Ясно? Черт! Иди к балкону на фасаде. Устроим перекрестный огонь. Отпустите мать и брата! Мы никого не тронем и сразу уйдем! Пошел ты к черту! Больше просить не буду! И где ты? Я уже иду!
ночью, Рэй. И за что ей все это? Я запер дверь на засов, но ее выбили. Я пытался защитить маму, но... Ты сделал, что мог. Здесь нельзя оставаться, Рэй. Надо идти к бухте, поискать способ отсюда выбраться. Как вы здесь оказались, Томас? Почему вы оба вернулись? Дезертировали? Томас? Зато мы не бросили свою семью. Все остальное не имеет значения. Значение. Уильям, укрытие! Пока не пристали к берегу. Прикрой меня. Надо похоронить маму. Здесь оставаться нельзя. Ты слышишь, Рэй? Рэй. Построим заново. После войны мы вернемся. И здесь снова будет наш дом. Пропустили все веселье. Все чисто, сэр. Ай да Маккор. Вы только посмотрите на всех этих янки. Придется вешать им на грудь медали. Сразу после виселицы. Я воспринимаю это как личное оскорбление. Надругательство над всеми принципами южанина. И джентльмена. Они не подчинились прямому приказу. Они дезертировали. Именно из-за таких негодяев, презревших свой долг, Атланта сгорела. Эти наглецы мне за все заплатят, будь то завтра или годы спустя.